Рязань в цифре. 10 федеральных телеканалов жители региона уже могут посмотреть в формате высокой четкости. Их список определил президент России. В пакет вошли общие информационные, новостные и развивающие каналы. Среди них Первый канал, Россия, Карусель, НТВ и другие. Федеральная целевая программа по переходу на цифровое вещание была принята в 2009 году. За это время в Рязанской области обновили оборудование и выстроили разветвленную сеть вещания. Один из основных целевых показателей федеральной целевой программы – это то, что 98,3, не менее 98,3% населения должно быть охвачено эфирным цифровым вещанием. И эта же цифра должна быть охвачена региональным вещанием в том числе. А вот оставшиеся доли процента – это будет спутниковое вещание, и оно как бы для телезрителей будет иметь некоторый ущерб, потому что там не будет регионального контента. В Рязанской области вышки-передатчики установлены в 24 населенных пунктах и позволяют охватить сигналом 99,12% населения. Стоит отметить, что внешне цифровое оборудование практически не отличается от аналогового. Для передачи сигнала используются те же вышки. Зато внутри у самого передатчика появился настоящий компьютер. Цифровые технологии позволяют дать возможность вещать большее количество каналов. Если аналоговое вещание – это один передатчик, один телевизионный канал, то один цифровой передатчик на одной частоте может транслировать, как я уже сказал, 10 каналов, еще плюс 3 радиоканала. Соответственно, возможности расширяются. Второй пакет цифрового телевидения вещает в Рязани уже более 3 лет, однако сигнал доступен только жителям районного центра. В мультиплекс входят развлекательные каналы, среди них «Домашний» и «ТВ-3», в эфире которых показывает и наша телекомпания. У нас на сегодняшний день все передатчики второго мультиплекса смонтированы, они все проверены, они находятся в работе. И по решениям, которые приняты Министерством связи и массовых коммуникаций, работают сейчас передатчики второго мультиплекса в населенных пунктах с населением более 50 тысяч. Таким образом, в радиусе 30-40 километров от Рязани каждый человек может бесплатно смотреть каналы из двух мультиплексов. В остальных населенных пунктах они заработают в 2019 году. Галина Ершова, Игорь Глотов, телекомпания «Город».